Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Ulefone Armor 3V заблокировать контакт. Заходим в телефон, нажимаем дополнительно настройки, блокировка вызовов, нажимаем добавить номер и вписываем номер, который мы хотим заблокировать. Нажимаем заблокировать. И как вы видите, он заблокирован. Чтобы его разблокировать, просто нажимаем на крестик и разблокировать. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!